Также здесь в парке на берегу Верхнего Кузьминского пруда я нашла вот такой вот кремень. Хороший сам по себе, хороший образец. Очень неудачный для начала какой-нибудь коллекции. Особенно учитывая, что здесь можно наблюдать отпечаток раковины брахиоподы. Вот такой вот замечательный, качественный образец. Забирать я его с собой не буду. Оставлю его вот здесь вот. Так что приходите и забирайте его в свою коллекцию. Вот здесь такой вот спуск. И прямо под спуском вот сюда.